Ну что, друзья, всем салам. Кто меня потерял, кто от меня уже отписался, бог с ними. Самая моя хорошая аудитория всегда со мной. Я вам спасибо большое говорю, благодарен очень, то, что вы со мной, несмотря ни на какие проблемы, факты. Сразу могу сказать, ребят, с последними событиями в стране YouTube полностью закрыл монетизацию. Ну, это небольшой минус для меня, потому что я начинающий. Вот. Но скажу так, теперь мой канал есть на Яндекс.Дзен и на Рутубе. Также будем продолжать и на Ютубе, но на тех двух площадках еще я буду вести тоже свой канал. Так что ссылочки на эти каналы внизу, под описанием будут. Подписывайтесь. Мало ли, просто возьмут YouTube, вообще закроют. Как бы неохота мне прощаться с моей супер аудиторией. Я очень-очень-очень рад, что у меня такая хорошая аудитория, потому что в личку очень много пишут, куда пропал, что случилось, слова поддержки какие-то. Даже вот при последнем видео, когда я ехал в Мане, замерзал, очень много написали, давай не болей, давай выздоравливай, все будет хорошо. Ребят, я такой же позитивный человек, ко всему позитивно отношусь, что не делается, все к лучшему. Так, сейчас мы обгоним этот смарт. Местный. Девочка на смарте. Вот. Я отношусь ко всему позитивно, с легкостью. Но все последние события вы видели. То есть мам поломался, я его пригнал в челный сервис. Там его оставил ремонтировать. Если честно, вот уже прошел почти месяц. Он до сих пор там стоит. В связи с проблемами сейчас достать запчасти, достать там контрактный двигатель. Но не суть. В один из вечеров мне позвонил хозяин этого мана. Дим, мне этот ман достал, я его буду продавать, сейчас сделаем, я его поставлю на продажу. Нахер он мне нужен, короче, он там денег сосет, мама, не горюй. В два раза больше, чем Атеги. У него две Атеги Мерседес еще есть. Так что извини, ищи работу. Я говорю, все, не вопрос, понял, я тебя услышал. Как бы разошлись, все нормально. Ну, посидел я чуть-чуть дома. Искал работу нормальную, как бы идти за 20 тысяч, ну, тоже сами понимаете. Молодой, семья, то есть мне бы их не хватало полного. Просто на ровном месте. Около 3-4 тысяч за садик, около 4-5 за квартиру платить. Плюс всякие такие расходы. Ну, не хватило бы мне. В любом случае, надо что-то. Как бы молодой, сила есть, голова на плечах, надо что-то искать другое. Тут, так сказать, слава богу, мне добрым жестом звонит мой подписчик. Дим говорит, есть работа, пойдешь. Я говорю, что за работа? Натрал, твоя любимая, ну, в кавычках. Я говорю, Дим, честно, не хочу. Тоже его Дима зовут, он мне в роликах попадал. Ну, честно, не хочу. Вот, блин, не отказывайся. Съезди, говорит, к директору, пообщайся, познакомься, не пожалеешь. Условия, говорит, у них очень хорошие. Думаю, ну что там за условия, как бы. Ну, не суть, ладно. Мне надо было в челны съездить быстренько, там какие документы подписать по своим там заморочкам. Забрался, поехал в челны, звоню ему, говорю, я так и так, вот могу через Нижнекамск проехать, заеду пообщаться. Он, все, давай, не вопрос. Заезжаю к шефу, знакомлюсь, общаемся. Действительно, ребят, условия очень нормальные. Я даже как-то долго не раздумывал и сказал, все, давайте. Вот. Пообщались, обговорили все, договорились. Ну, суть в чем, сейчас я еду опять в Нижнекамск. Вот. Из двух выбрал, две Вольвы там стояло, из двух выбрал одну, можно сказать так. Сейчас еду немножко посмотреть, познакомиться с машиной, пошевыряться.
Вот, кое-какие там нюансы есть. Одна машинка была полностью обслужена, там поменено масло, поменены ролики, ремни, все, как бы, ну, так ТО провели. Вторая, не успели руки дойти, и как шеф говорит, у меня просто машины в рейсе, говорит, даже отогнать некому. То есть, надо в сервис все загнать и отремонтировать. Я что-то посидел дома, я говорю, может быть, я сам сделаю. Но для меня это лучше, когда я своими руками все сделаю и спокоен буду. Я говорю, может, вы лучше мне, ну так, шутка как бы, с юмором. Может, я говорю, лучше вы мне заплатите, я приеду, сделаю, пролазю всю машину, где надо там подтяну, где надо помажу, там подготовлю к рейсу ее. Он, не вопрос, приезжай, давай, занимайся. Я лучше, мне без разницы, кому платить деньги, там, в сервис отдавать их или тебе. Хочешь, я даже тебе сниму квартиру, давай, все, приезжай. Вот я еду туда поменять ролики, масло, фильтра все, пролазить машину, подготовить к рейсу. Но к рейсу одно. Машина стоит на базе. Прицеп должны вот-вот изготовить и отдать. Прицеп новый трал будет, четырехосный. Вот. Поедем его забирать. Но это уже в следующей серии увидите. Как бы так. Вот сейчас едем, направляемся в Нижнекамск заниматься машинкой. Как приедем, сейчас я вам все покажу, расскажу, объясню. Я говорю, ребят, кто-то сейчас скажет опять, вот, да ты же сказал, на дальнобой не это, там, не ногой, устал, там, семья, то, все. Честно говоря, посидев дома, блин, послонявшись туда, узнать там работу, здесь, ну, честно, такую хрень предлагает, вот, много говорят, безработица, безработица. Я не скажу, что и нет вообще работы, да, но 100 с достойной зарплаты ее нету. То есть либо через какой-то блат, либо там, не знаю, по щелчку повезет вам. Но суть то, что здесь предложили очень хорошие условия. Пока не буду раскрывать все карты, поработаем, увидим. Вот. Я говорю, не задумываясь, я согласился. А там уже дальше больше видно будет. То есть, ну, обещать могут много. По факту посмотрим. Вроде, говорю, пока познакомился со всем коллективом ИТР. Все ребята, девочки адекватные, хорошие. То есть фирма такая уже на рынке почти 20 лет. Они грузоперевозками занимаются. Не тралами, а грузоперевозками. Тралами чуть поменьше. Вот. Поработаем, ребят. Как бы уйти... никогда не поздно. Кто-то спросит, что по сервису. Ребят, по сервису опять заморочка с документами. Скажу так, ну, процентов 50 документы готовы, но все тянется вот с этими всеми действиями. То коронавирус, то еще что-то, то еще. Мне даже риэлтор говорит себе, я делаю все, что возможно в моих силах. Просто, говорит, вот ты попал в тот момент, когда, говорит, ну, везде проблемы какие-то вылезают. Может быть, я такой грешный, не знаю. Простите. Вот. То этот коронавирус, то выборы, то сейчас вот эта война началась. Понимаете? И, говорит, не от меня это зависит, не от тебя это зависит. Это зависит выше, выше, выше. Там, говорит, не хотят больно шевелиться, не знают, что будет завтра. Поэтому они не шевелятся как бы долго. Говорит, растягивают все это, тянут резину. Но суть то, что помаленечку идет. То есть... будем работать, зарабатывать, а там дальше покажут. Я говорю, просто условия хорошие, ну, грех отказываться, я с удовольствием пошел. С легкостью пошел, ребят, как-то. Прям вот у меня предложили, объяснили, рассказали, я говорю, все, давайте, я буду работать. Несмотря ни на какие там комментарии, мне без разницы, это моя жизнь, я поступаю, как я считаю нужным. Но еще раз скажу, спасибо большое всем подписчикам, потому что многие меня поддерживают, пишут там, слова какие-то поддержки, с праздниками поздравляют. У меня очень хорошая аудитория, ребят, я вам всем дорожу. Спасибо большое вам. Смотрим дальше. Ну что, друзья, вот я и добрался до стояночки. Знакомьтесь. Вот моя машинка, моя кормилица, на которой сейчас я буду работать. Фирма, в которой устраиваюсь, Транс Спец НК. Вот такая Volvo
одноногая, 460 лошадей. Комплектация простенькая. Ну, машинка такая свеженькая, большие баки. Вот. Состояние хорошее. Номер блатной, зеркальный. Вот такой вот аппаратик. В салоне пока, ребят, показывать не буду, потому что там нужно наводить будет порядок еще. После предыдущего водителя он ездил, как бы, ну, сами видите. То есть все это надо будет вымывать. Вот. Ну, говорю, машинка неплохая, мне понравилась. Сейчас мы займемся чем? Нужно поменять здесь ролики. Ремни, все ролики, все ремни, топливные фильтра, воздушный это отделитель, влагоотделитель поменяем. Ну и так посмотрим, полазим. Накладки глянем, что к чему. Вот. Повторюсь, фильтра, ролики все поставим, потому что ролик свистит один, уже время пришло. Ну и я говорю, нужно будет ее помыть, приготовить все. Я вещи с собой взял, разложить и, так сказать, подготовить в рейс. Вот. Ближе к концу месяца позвонит, ехать за прицепом, брать прицеп. Обещают пока новый трал, четырехосный. Ну, там ближе к этому я вам сниму, покажу. Короче, вот такая вот кормилица теперь будет. Машинка мне понравилась, неплохая, не такая ушатанная. Ожидал почему-то я худшего, но тут-тут-фу, повезло. Вот. Резину заднюю тоже сказали поменяют, потому что у нее уже все там почти-почти лысоватая она. Внутренняя вообще стоит какой-то другой, потому что шлепнуло, взорвалось. Вот. Ну и переднюю, говорит, может быть, заодно поменяем, хотя она еще чуть-чуть походит. Ну ладно, все, едем. Продолжаем дальше расшевыряться. Ну что, вот я начал менять уже ремни, ролики. Вот ролики фирмы Дайка. Ремни, кому надо. Это основное, это на генератор идет. Они вот даже по ширине отличаются. Там все разобрал. Сейчас ролики сниму. И будем дальше. Фильтр осушителя я поменял. Вот от него, где сеточка. Вот. Представляете, там какое говно было. Он идет элементом. Вот сам фильтр. Вот эта гадость тоже была. Все там почистил, поменял. Кто не знает, вот здесь сбоку есть штуцер. Вот он даже нарисован. Его выкручиваешь, вот это основание, отверткой выдалбиваешь и полностью элемент снимаешь. И все. Единственное, только там в корпусе есть вот эта метка, а в апском нету. Ее нужно пропиливать. Это оригинал идет, Volvo. Здесь она есть, эта прорезь, а там нету. Ладно, продолжаем менять ролики. Ремни поменял, ролики поменял, старые бэушные здесь завел, все работает, все крутится. Сейчас я даже 3 недели назад поставил и будем фильтра менять топливные. Ладно, пошел дальше. Вот фильтра, вот еще поменял фильтра топливные. Вот они снизу стоят. Оба ушные, красные, серебристые. Белый уже поменял. Откручиваете, если кто не знает, полностью. Сначала фишку вот здесь вот надо оценить. Вот он, проводок идет. Она против часовой откручивается, выдергиваете нижнюю вот эту пластиковую, снимаете. Потом уже основной фильтр откручиваете. Все, и в таком же порядке ставите. Вот
вот эта помпочка против часовой откручивается, топливо накачивается, пока туго не начнет ходить, качаете. Как туго пошла, все, значит, уже топливо есть. Ну все, отмыл машинку я, все чистенько. Коврики забрал, на мойку завезу. Вот все идеально. Вот такая вот машинка. Все обшивки, все отмыл. Ладно, друзья, вот так вот. Кормилица моя новоиспеченная. Буду на ней работать, зарабатывать. Будет интересно. Будем таскать трал и с вами интересным грузом. Так что, кто не подписался, еще подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, всегда отвечу. Вот. Повторюсь, у нас будет канал на Яндекс.Дзен, на Рутубе и на Ютубе. Вот. Попозже, наверное, может еще заведем страничку в ТикТоке. Ну, я там есть еще, просто я как бы там только зарегистрирован. Так что всем пока, ребят. Все, кто со мной, обнял крепко. Удачи. Спасибо.